Юнармия набирает силы. В ряды военно-патриотического движения в Нарьян-Маре вступили новые бойцы. Прыжки по деревянным мосткам и бег с ведрами. Как провели эти выходные жители микрорайона Городецкий, пока коммунальные службы отдыхали? 60-летний юбилей отмечает Нарьян-Марская электростанция. С чего все начиналось и чего добились за эти годы в развитии электроснабжения, рассказали на торжественном вечере. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодняшний выпуск новостей мы начинаем с трагических известий. Вечером 5 мая самолет компании «Аэрофлот» сухой «Суперджет-100», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета. При посадке у самолета надломили стойки шасси и загорелись двигатели. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. 33 пассажирам и 4 членам экипажа удалось спастись. В связи с трагедией в Шереметьево губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский направил телеграмму в адрес врио-губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В ней от имени жителей Ненецкого округа он выразил слова сочувствия и поддержки в адрес семей погибших и пострадавших в результате авиационной катастрофы в аэропорту Шереметьево. Сил и терпения семьям, которые потеряли родных и близких в результате этой страшной трагедии, и скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в телеграмме. В Мурманской области объявлен 3-дневный траур. В Нарьян-Маре на следующей неделе будет заключен контракт на капитальный ремонт лесозаводского моста. Работы будет выполнять московская компания «СМК-Строй». Стоимость контракта составляет более 320 миллионов рублей. Средства предусмотрены в окружном бюджете. Согласно условиям контракта, работы по капитальному ремонту мостового сооружения должны быть завершены до 31 октября 2021 года. На время проведения работ движение будет организовано по временному мостовому сооружению. И вновь наша съемочная группа отправляется в микрорайон Городецкий или, как говорят сами жители этого района, в Кармановку. Установившиеся в майские праздники теплая погода растопила снег, который специальные службы не успевали или даже не планировали убирать. О результатах таких действий, а точнее бездействий, в нашем следующем сюжете. «Снега много, убирать не успеваем». Эту фразу Анна Булатова от коммунальщиков слышит уже месяц. Из-за перемены погоды горы снега на улице Меньшикова образовали непроходимые лужи. Все выходные жители этого микрорайона провели на телефоне. Обзвонили все организации. В ответ получили лишь полное безразличие со стороны управляющей компании «Нарьян-Марстрой» и специализированных служб по уборке города. Нежелание вовремя убирать превращается в проблему для людей, которые за это платят, вкладывают деньги. Отговорки, то, что мы не успеваем, мы не можем, у нас не хватает техники, это отговорка для тех, кто просто-напросто не хочет работать. Чтобы попасть в подъезд, жители домов прокладывают дощечки. Отговорки и бездействия коммунальщиков застали их врасплох. Нина Абакшина не раз обращалась в управляющую компанию «Коми-сервис». Но если около ее дома все почистили, то близлежащие дома тонут в лужах. «В этом году очень безобразно везде. Почему-то лежат только середину. Не знаем, для кого, чтобы там наши чиновники, что ли, ходили. А окраинный город весь в снегу. Воды выше по колено. Машины не могут проехать, да, оставляют их вообще где-то далеко на дорогах. Я считаю, что надо этим вопросом вообще заняться и чистить по-хорошему, убирать по-хорошему не только середину, но и окраины». Кричащая ситуация развернулась в глубинах микрорайона Кармановка. Огромная лужа, которая стекает прямо под деревянный дом, подмывая его, заставила жителей обратиться во все инстанции. В субботу я пришла домой и увидела, что погреб уже поплыл. Обратилась сразу в 112, на что мне ответили, что чистый город отдыхает и приедет только в воскресенье. Как вы справлялись? Воду выносили ведрами, сами справлялись. Одно безобразие. Вот большое спасибо управляющей компании «Содружество». Они день и ночь выкачивали выгребные ямы вместе со сточными водами. А с чистым городом мы боремся уже третий день, никакого эффекта. Депутат Анна Булатова пообещала донести информацию до мэра города, а также предложила провести перерасчет коммунальных платежей, обусловив это тем, что специалисты не в полной мере выполняют свою работу. Возмутилась за выходные дни то, что сколько бы ни звонили жители, не только я, но и жители, многие другие структуры, никакой реакции не было. Просто-напросто руководители решили отдыхать, когда люди просто-напросто мучаются. Сами работники коммунальных служб попали в капкан своих бездействий. Из-за непроходимой дороги машина встала и не смогла сдвинуться с места даже при помощи самосвала. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В Ненецком округе пройдет месяц чистоты. Официально он стартует в июне, но к уборке территорий после схода снега коммунальщикам поручено приступить уже сейчас.
Заместитель губернатора Ненецкого округа Александр Лидер поручил профильным подразделениям департамента взять под особый контроль уборку улиц, дворов и междворовых территорий в Нарьян-Маре и поселке Искателей, проработать вопрос с администрациями муниципалитетов, а инспекции Госстройжилнадзора проинспектировать деятельность управляющих компаний в этой части. В рамках месяца чистоты запланирован ряд субботников и мероприятий, направленных в том числе на уборку территории от мусора, освободившегося в результате таяния снега и прохождения половодья. Ориентировочные сроки начала акции 1 июня, после того, как сойдет снежный покров. Департамент природных ресурсов начал выдачу разрешений на весеннюю охоту. С 2018 года ее сроки устанавливаются на региональном уровне. Такое решение окружных властей было принято на основе обращения охотников региона и согласовано с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Как пояснили в профильном ведомстве, в этом году сроки охоты также определены с учетом мнения самих охотников, голосовавших на портале «Народный контроль» и предложения муниципалитетов. Традиционно у нас округ делится на три части в весенний период. Это на три участка – западный, центральный и восточный. Значит, в западном участке охота определена с 11 по 20 мая, в центральном участке – с 18 по 27 мая, и восточный участок – это с 25 мая по 3 июня. Ну, норма остается той же самой. На одного охотника разрешено добыть 20 гусей казарок и 20 селезней. Разрешения на добычу дичи выдаются в порядке очередности, а по лимитированным животным – по результатам жеребьевки. Добавлю, что в этом году планируется утвердить лимиты по добыче бурого медведя и выдры. В этом году мы планируем утвердить лимит по бурому медведю – 9 особей. И лимит на выдру – 12 особей. Жеребьевку, прием заявлений на участие в жеребьевке департамент будет осуществлять с 1 мая по 1 июля. Жеребьевка будет проходить, ну, мы думаем, что по опыту прошлого года, это, скорее всего, КДЦ «Арктика» с онлайн-трансляцией. То есть, чтобы люди могли, да, увидеть воочию, как это происходит. За охоту без разрешений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 4000 рублей. Также возможно изъятие оружия, транспортных средств и продукции, добытой незаконным путем. В Ненецком округе проходит массовый отел северных оленей. Первый теленок в этом году, как и в прошлом, родился в Тиманской тундре в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Индиго». На данный момент количество оленят соответствует среднегодовым показателям начала мая – 10% от ожидаемого числа отела. Как сообщают в Департаменте природных ресурсов, в настоящее время практически на всей территории округа погодные условия благоприятствуют сопровождению отела. Его точные итоги станут известны в первой декаде июля, когда все хозяйства предоставят информацию о поголовье. По предварительным данным, при благоприятных погодных условиях в этом году количество родившихся телят может составить порядка 70 тысяч голов. Служба информации телеканала «Север» держит обратную связь с подписчиками нашей официальной группы ВКонтакте. Один из наших телезрителей заострил внимание на этом сооружении в районе морского порта. При этом в своем комментарии данную постройку он называет памятником. Это не так. Объект не является памятником архитектуры, хотя ремонту и подлежит. В документах он чаще фигурирует как памятный знак 500-летия Пустозерска. Многие уже не помнят, а молодежь и не знает, что на этом месте еще во второй половине 90-х годов находилось довольно потрепанное здание Старой Арктики. На этих кадрах оно уже доживало свой век в качестве общежития. А когда-то в этом здании располагался Центр культурной жизни Нарьян-Мара с кинотеатром, библиотекой и драматическим театром. Здание снесли. Но часть прочного фундамента, на котором оно стояло, так и не смогли демонтировать. Решили его прикрыть, а так как в округе отмечался 500-летний юбилей Пустозерска, установили на этом месте вот такой памятный знак. Как нам стало известно, в настоящее время рассматривается сразу два варианта обустройства этой территории. Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара разработало визуальный план по обновлению памятного знака и прилегающей территории. В соответствии с этим планом необходимо заменить деревянную обшивку объекта, а территорию вокруг него благоустроить, оборудовать дорожки, газоны, оснастить уличным освещением и скамейками. В случае принятия этого варианта финансировать проект планируется за счет средств экономии по результатам аукционов. Другой вариант строительства на этом месте часовни предлагает Нарьян-Марская епархия. Оба варианта пока обсуждаются. Нарьян-Марская электростанция отмечает юбилей. Одному из старейших предприятий округа исполнилось 60 лет. Ветеранов электростанции и всех тех, кто сегодня обеспечивает бесперебойное электроснабжение города и ближайших сел округа, чествовали на торжественном вечере во Дворце культуры «Арктика». За 60 лет развития маломощная дизельная станция превратилась в стратегически важный для округа объект. От имени губернатора округа коллектив поздравил его заместитель Александр Лидер. Сегодня от вашей работы зависит энергетическая безопасность Нарьян-Мара и трех ближайших поселков. На протяжении многих лет предприятие успешно сохраняет традицию повышения эффективности деятельности.
В целях бесперебойного электроснабжения потребителей вашими силами регулярно проводятся работы по ремонту, обслуживанию и реконструкции основного и вспомогательного оборудования предприятия. В рамках торжественного вечера за высокое профессиональное мастерство, личный вклад в развитие предприятия сотрудников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора и собрания депутатов округа. Разрешите поприветствовать всех вас с этим замечательным юбилеем и тех, кто присутствует в этом зале, конечно, прежде всего, и тех, кто сейчас не может здесь присутствовать и находится на рабочих местах. У вас непрерывное производство. И действительно, благодаря сейчас именно их работе мы говорим, выступаем на этой замечательной, красивой сцене. Это все благодаря вашему труду. Сейчас на предприятии трудится 167 человек. Наринмарская электростанция сегодня – это крупное современное предприятие, работу которой не замечаешь, пока горит свет. Наринмарская электростанция – это сердце любимого города. Это база сферы экономики, которую переоценить невозможно. От ее работы зависит надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, благополучие граждан. Сегодня энергетика переходит на новые инновационные технологии. В отраслях применяются энергетические, энергосберегающие технологии. Особый почет ветеранам предприятия, которым также вручили почетные грамоты администрации округа, благодарственные письма собрания депутатов и памятные подарки. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Ряды юнармии пополнились новыми бойцами. Сегодня в Наринмаре прошла торжественная церемония посвящения в ряды юнармии воспитанников военно-патриотического клуба «Патриот» и школы поселка Искателей. Кроме того, ребята провели военно-спортивную игру «Юнармейское многоборье». Она проходит в четвертый раз среди команд образовательных организаций и патриотических клубов региона. В соревнованиях юнармейцев приняли участие 35 подростков 11-14 лет. Всего 5 команд, представляющих кадетов 4-й средней школы Наринмара, военно-патриотические клубы «Рубеж» и «Патриот», юнармейский отряд поселка Искателей и гостей многоборья, учащихся средней школы номер 5. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству. Участница движения Елизавета, к возложенной на нее обязанности читать перед отрядом клятву, относится с трепетом. Она всегда мечтала о военной службе. Ну, пока что у нас будет подготовка, как к армии идет. Дальше будет гораздо сложнее. Сейчас мы только посвятили, и нас вводят в курс дела. Соратник Елизаветы Артем тоже с нетерпением ждал этого события. Ведь теперь он будет постигать все премудрости военной службы под руководством опытных инструкторов. Сразу, чтобы научиться всему, чтобы если в армии было не тяжело, хотя бы основной шаг делать, подготовка сама, и чтобы стать хорошим воином отечества, защищать родину. Всего юнармейское движение в Ненецком округе насчитывает порядка 250 членов. Новоизбранным бойцам знаки юноармейца вручили и поздравили их со знаменательным событием член Совета Федерации Ольга Старостина и заместитель губернатора Лина Гущина. Я поздравляю с этими двумя замечательными событиями. В преддверии 9 мая это очень ответственно, очень почетно. Я думаю, что сегодня здесь стоят настоящие защитники нашего Отечества. После торжественной части юнармейцев ждали испытания. Строевая и силовая подготовка, теоретический и практический курс первой доврачебной помощи, орудийная сборка, снаряжение магазина патронами и другие задания, которые, безусловно, пригодятся юнармейцам в дальнейшем. Все мы в детстве любили играть в игрушки с пистолетиками, с автоматиками. Все парни будут служить в армии. Никуда они от этого не убегут. И надо быть готовым к этому. Просто надо быть готовым. Игра проводилась в рамках госпрограммы по патриотическому воспитанию молодежи. Она нацелена на подготовку юношей и девушек к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Изучение истории Отечества, воспитание у подростков чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, а также повышение уровня физической, технической и тактической подготовки. В результате соревнований первое место у команды кадетов школы номер 4. На втором команда школы номер 5 и завершает тройку лидеров юнармейцы поселка Искателей. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Порядка 3000 жителей региона, представляющих организации, политические и общественные объединения, приняли участие в шествии и митинге, посвященном празднованию Дня весны и труда. Главное событие праздника развернулось по традиции на площади Марацей. Лучшим представителям своих профессий и коллективов вручили окружные награды.
это я такой инициатор. Меня сделали ответственную по этой колонии. Мы должны были отличиться. Вот такие мы трудящиеся Пустозерского дома-интерната. Ура! Отличились. Да. С каким настроением сегодня? С отличным! Ура! Молодцы! Это все мои товарищи. Каждый год представители организаций, политических и общественных объединений стараются, что называется, выделиться из толпы и сделать оформление своей колонны оригинальным. Здесь приветствуется все – спецодежда, таблички и прочая атрибутика, символизирующая специфику работы того или иного трудового коллектива и его отношение к Первомаю. У нас символ. Голуби, шарики, да? Да. Смайлики. А почему так? Ну потому что мы жизнерадостные. С транспарантами и воздушными шарами представители трудовых коллективов выстраиваются в самом сердце города, на площади Маратей. Отсюда хорошо просматривается сцена, на которой разворачиваются дальнейшие события. 1 мая – это отличная возможность нам всем собраться. Всем, несмотря на трудности, которыми нас испытывает природа, мы имеем возможность быть вместе, сказать спасибо тем людям, которые каждый день ходят на работу и своим трудом делают нашу жизнь лучше, делают мир вокруг лучше и делают так, что мы с каждым днем все больше гордимся нашим округом и нашей страной. Лучшим представителям своих профессий и коллективов глава НАУ вручил окружные награды. Так, например, знаком отличия «Трудовая доблесть» удостоены мастер ПУК ИТС Владимир Молчаницкий и инженер Печора нефтегазпром Александр Коткин. Еще один знак отличия НАУ «Трудовая доблесть» первой степени отправлен в Канинский сельсовет, где будет вручен Федору Латышеву, оленеводу ненецкой общины с многолетним стажем, а также передан руководству Наринмарского хлебозавода для вручения наладчику Юрию Политову. За личный вклад в социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа. Высокая награда, юбилейная медаль 90 лет Ненецкому автономному округу вручается Кисляковой Зинаиде Васильевне, кондитеру кондитерского цеха открытого акционерного общества Наринмарский хлебозавод. Также юбилейная медаль вручена Галине Тюкачевой, Виталию Трофимову, Серафиме Коваленко, Сергею Никитину. Почетное профессиональное звание «Почетный геолог Ненецкого округа» присвоено Алле Зверевой. Почетными работниками связи за заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи на территории региона в 2019 году признаны Вячеслав Махнев и Мария Качева. Ирина Никишина, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.